Здравствуйте. Хочу поделиться с вами одним очень полезным и очень вкусным салатиком, пастой. Ну, не знаю, салат это сырный или сырная паста, называйте как хотите. Что сюда входит? Сюда входит, вот у меня здесь натерто два вида сыра. Вы можете натереть свой любимый один, эта роль не играет. Уже натерла 1,5 головки чеснока. У меня острые вещи в семье любят, так что я чеснок не жалею. Вы знаете, какая великая польза от него идет. Дальше сюда идет сырая морковка, крупная, на мелкой терке. Ну и зелень, какая у вас найдется дома. У меня оказалась петрушка, жалко, нет укропа. Когда есть укроп, тоже великолепно в этот салат подходит. Вы можете положить любую зелень, какую вы любите. Еще можно добавить 10 вареных яиц. Ну, в зависимости от того, сколько вы сыра здесь натерли. Тут у меня получается довольно много, поэтому я обычно на такую порцию добавляю 10 вареных яиц. Сегодня яйца я не буду добавлять, у меня будет чисто сырная такая паста. Очень вкусно можно поставить такой салатик добавочно на праздничный стол. Ну, а каждый день великолепно его использовать и отдельно как салатик. И можно намазывать на хлебушек с чаем или с кофе. Все это заправляется, конечно, майонезом. Надеюсь, вам мой рецепт понравился. Если кто сделал и попробовал, напишите свои отзывы. Моя семья это очень любит. И все знакомые, которые брали этот рецепт у меня, всегда были очень довольны. Спасибо за просмотр. С вами была ваша Сильвия. И всем приятного аппетита!